Что ж, инициирует, нужно как-то аккуратнее. Вот сейчас, например, у нас рискует подставиться под Рини. Опять же, пошел вот этот Блэйд Фьюри. Стан от под Рини, но все-таки находился. И все разбавил. Ну вот, то, о чем я и говорил. Как-то вот можно дэмэдж... Недооцененный со стороны других команд, но вот Майнсенси меня толк знает. Если в первой карте можно было как-то на удачу все это связать, да, сказать о том, что ему просто-напросто повезло, то уже в этой карте мы видим, что он здесь явно не зря. Пытается подавить его под айспав, Манси-Манси отзмажу, уходит. И все, ничего не получилось, а у нас здесь Минси времени будет принимать разоры, сейчас у нас Хаки не вдруг догадается о том, что его будут спину убивать. Он пытается как-то вот с левой стороны тавра держаться, приходит Лизер, дает сеточку, ловит. Пошел у нас плазмафилд, вот под Эшен Силом очень много дэмэджа, и Лизер, да ладно, подать с папом, Лизер нужно спасаться, и Фисурка накрывает его, отлично, Леви. Ну хоть так, хотя бы забрали Мипошку, уже хоть какой-то плюс, Анстрайк, Милана, хорошо, хорошо, в 33-й. На той пытается подавить Змажа, Змаж раскручивается, бьет его просто-напросто руки, 10 хп осталось, и Санстрайк! Хэхэ, Райпер пришел Наташа, залетает на передний бутрайтер, есть лассо, здесь размен Хаки против Вайпер, Вайпер просто сделал, просто телепортейшн. Так, уходит вроде бы Скайбраф Мэйдж, драка продолжается, Хаки приговаривает Скайбраф Мэйдж, но погибает сам. Так, 2 ТП, сейвится этого вора, пытаются, Кентавр неплохо ворвался в троих, двоих точнее. Дал дабл эдж, Лизард, айсбаф, эхослэм, вот это неплохо. Берст дэмэдж шикарный получился, включи их бутрайдер, как мы поймали через холлснэпы. Так, у нас стампиды пошли, бутрайт. Ой, хорошо, встречайтесь, Балкан Бирс в 33, с раскаста забирает и... На портах видят дальше, Наташу прорезает очень больно и даблкил. Качественно отыгрывает и сразу же заходит Рошана. Глиф фортификейшн, так, ну сейви здесь майнсейнить, конечно, надо. Бутрайдер вошел, он в 33-й, ну а Егис есть. Поэтому как-то нужно малыми ресурсами пытаться его слить, так он еще и не сливается, но форстайфе отъезжает. Они Грандмигонта грызут, слетает Лэмбрэк, Милан дает Вайпера страйк, на развороте врывается под Риню, сливает Вайпера просто в салат. Пуш Цу-3, да ладно, эти бараки потеряют. Воу, Вайпер байбэк. Но мне слэш еще имеется. Змаш заходит. Ну и по всем это демо сейчас будет сплититься. Раскручивается, не почувствовали вообще ребята из BBC, тут под лоу хп солитьют, и Блэйд Фьюри добивает его, но Чикернау теряет себе свою жизнь. Форстаффы, эхослэмы залетают, лол, вайпер, мистик флэр, не всем удачное исполнение Наташи, но все-таки ЕС погибает. Пошли колдснэпики, Мадриня перед смертью делает дабл эдж. Так, Лизард, опа, в 33-й, что будет делать? Надо какие-то там прокасты давать. Хорошо отбластовывается колдснэп, и посмотрите. Неплохо. Каким-то образом фокусит, все сливает, все, что можно. А смотрите, мы это делать еще не мог, потому что фарм не доставался. Пытка атаковать нас со временем Дайбера. Над нашу какой-то форстафи. Милан, большие проблемы. Неплохо, неплохо. Здесь все раскасовал Инвокер. Там под Риню. Скорее всего, тоже будет погибать. Залетает Аркан Голл. Санстрайк на ход. Ну ладно, хороший санстрайк в исполнении его 33-го. Делает дабл. Так, у нас здесь Мипошка входит, рассказ дает, но как же неплохо откидываются своими способностями ребят из BBC, это минус Мипо. Ну, там опять же Егис. Так, видим, продолжится. Вот заходит Хаки. Дает плазмафилд. Тавр здесь. Отличные сеточки отбластовываются. Неплохо по Дрине тоже рядышком. И вот нашли, кого нужно убивать. Сливают чинного Мипошку. Так это уже теперь минус 3. Ой, измаш получает колдснэп. Уйти не может никуда. Это минус 4. Потом эти самые БКБшки, можно не стесняться покупать Скавров Мак, Джекернал, туда всем. Чтобы не терпеть. Рывается Леви, нашли, хороший ган получился. Мистер Флэр не самый удачный, под Риню ворвался, дал по троим стан. Залетает Омни Слэш, минус 2 в результате. Есть Хекс, Бутрайдера наказали. Ну и врывается на товарищ Лизард. Так, по 33-го там БКБшка, отластовывается, пытается драться снова за фокусом Лизарда. Мини-мипошка у нас пытается уйти, Никодмиконочки пошли в атаку. Ну, вроде как должен уходить Лизард. Уходит. Так, неплохо. Контроль, минус Джакиро. Я ж поворот. Ну, вот тут сейчас драка может очень много решить. Так, заходит под Риньо. Видит битых кентавров, своих собратьев. Понимая, что противник где-то лютого рядом. Айспас пошел. Хорошо, Фисура и под Риньо врывается по двоим. Кослэм какой бешеный рассказ. Вот, ребят, с BBC слили. Двоих, даже троих моментально. Вот это атака. Вайпер побед есть. Есть байбэк, есть байбэк, знаете, не хочет. Так, заходит на Мипошка, пытается разорвать под Риньо. Умирает очень быстро, на самом деле. Почему его теперь не делает байбэк? Эхослэм от Леви, как же вошел Айзешторм. Мипошку приговорит, там Аеги столько раскручивается, на Джекернаут.
Пошел вперед Бэтрайдер, Леви, но ХП пытается уйти с нашего, не добивает, добивает Разора, и Покер ждал до последнего. А правда или нет, пока непонятно, Разор байбек. Райдер уходит. Сеточки, неплохо, айспап, зацепили смажа. Торнадо пошло, включает БКБшку в 33, дает прокат, бласт, метеорит, неплохо, очень неплохо. Страдает, неплохо пытается уйти, не может он себя спасти. Бэтрайдер лоу хп, нет, погибает. Сплитится драка, здесь он пытается сделать вайпер. Вайпер погибает. Ну и Скавраф Манка, видимо, тоже поймает. Но еще один ультимейт торп, говорит о том, что будет собирать себе хекс. И Снапит пошел, снова поставляется, это же Лизард поставляется, ну как так-то? Пытался прийти, снова ракасы пошли. Метеориты, бласты, есть ласо на хаке. Подринь у нас погиб, но и Мипошка ведь тоже погибает. Вот 33 начинает пробивать с руки, некромикончики здесь. Ставит айсфол, пытается уйти. Да, Бутрайдер так оночку пошел, солитюда большие траблы, спрячется в инвиз у нас. В 33 получает просвет и до конца. Бутрайдер, флэмбэк, третий у нас стики напалм, четвертый. Можно, в принципе, пробовать не отпустить. Прыгивает дальше. Парджи в 33, да ладно, форстав. Пытается видеть его, и если нужно уходить как-то. Леви, посмотри, что творит. Просто поставит сейчас своего инвокера. Еще и фраг сделал. Not bad. Леви, мечта Эмми погибает. А куда ж пошел у нас-то? В 33-й, лол. Забирать вайпер, да ладно, и помирает, бить, ошибка, нет? Now, а? Да нет, байбек есть, нормально, нормально, пойдет. Боже, какие вылетольные настрачи-то, а? Лол! Пошел вперед. Лизер тоже здесь. Слышка мимо, айспас, Змаш игнорирует Блэд Фьюри. Приходит в 33-й, Алла кричит себя и БКБ, и бить с руки, и под хексом, да иди сюда, не понял, зовут Бласт Метеорит тебе на голову, хорошо, это минус. И теперь айспас забирает еще из Змажа, которого нету. Эскейпа даже еще и мне слэш не повязал, просто не смог. И у нас пошли некрономикончики, сейчас будет форспирит через 2 секунды. Под Алакрити айспаф и залетает, пытается успел прожать БКБшку, подловил хаки. Там Айс за шторами, Мистик Флэр неплохо, как избил очень быстро, подвинем лицо тоже самым удачным образом, он не слэш, откручивается тем временем смаш. Так, а в это время у нас вообще ничего не делал, в 33-й, он просто бил Т3-тауэр. Просветили, отлично, айспаф, как же сейвит, заходит за слэм, леви по всем! Но дэмэджа ведь не хватит, есть пикас, там исполнение байпера. Интересно, откидывается, но не так больно же в этот раз в 33-го, под БКБшкой ставится, наслушиваете, что там. Айсвол пытается... Да и противник зачастую просто не успевает. На терене Милана подловили. БКП собрал Милан наконец-то. Но правда не спасает, потому что отрезали тебе дорогу. Бэтрайдер зашел, нашел. В 33-й нужно его сливать. И вот они, Лизард заезжает. В 33-й это слэм. Боже, как спасает инвокера. На лоу хп. Мипошка умирает. Байбек, вайпер здесь. Тоже, наверное, сидит. Так, разошли у нас вайпер страйки. Кликасит шоты. Плазмофилд в исполнении хаки. Фиссуры, макропира пошла, экспап, все. Кто дает на расстоянии возможности просто просто дефать, смаша ворвались, постану пытается разобрать, разбирается очень быстро, лосо. В хаке, не самая лучшая цель, возможно, вайпер страйки заезжают, пока БКБшки пошли, мистер Клэр, нет точки, хаки, пока живет. Нет, хаки умирает, отнимает размер. Вот сейчас кликает, кликает сюда, вот 33, говорит, ребята, здесь они, вот она, фиссурочка пошла, плаз залетает, эхослэм, все, у этого Лизарда и разбили ему лицо, но... Есть у него возможность, конечно же, реинкарнировать, потому что есть Аегис. Смотри, не пытался сделать паузу, били флеймбрейком. Отлично, он мне слэш, и как троих не бывало, ребят, из BBC на самом деле. Макробетка. Есть лиф, айспад. Ну что, будет рака? Ну, инвокер байбек, так, и подцепили в юльч, видим джиггернаут, айспад, хорошо, но Блэдфьюриан юзает. Так, снова в хаке, под лассо, стампит. Милан здесь, пошли у меня слэши. Мистик Флэр, подрине, под бешеным замедлением. Куча сумонов здесь, но поднимает, убирает по смотрению, убирает разор, два байбека моментально делают. Ну, неплохо, Майнсенти, очень даже неплохо. Врывается, за хаслэма, Леви, неудачный заход. Ай-яй-яй-яй, на разворот байбек страйк ловит, приходит хаки после байбека. Смаша пытается пробрать с руки, Лизард здесь, врывается, получает прокаст. Полностью за 33-го, включает БКП, нарез, нарез, Мипошка добивает его, он это делает. Байбек от ЕСа. Мипошка тоже байбек. Драка продолжается. Лоу хпшный BBC пытается уйти. Кентавр вошел, подрине после байбека, умирать нельзя, Бэтрайдер он не добивает. И отходит назад. Чекали, Лизард здесь, может ли уйти, в 33-м нужно цеплять, на хайграунд стоит есть кекс. Залетает Бласт, хороший метеорит, Лизард! Лоу хп осталось, прилетает своими всеми Мипошками, но погибает он, и Бэтрайдер один под КБ пытается уйти. Ой-ой-ой, не ошибка ли для этой команды, для Майнсенти?
Не ошибка ли это? Торнадо хорошая от Райдера. Да ладно. Он погибает. В-33. Что творит этот слайд? В-33. Алакайте на себя. И бить трон. Бить трон. Не важно, что будет происходить. Бить трон. Вайпер пошел убивать, конечно же, В-33. Ведлиз спрятался. Милан под БКП. Куча сумона, пока слэм заезжает, слили с ковром мага, плевает Милана, не могут дефать ребята из Fight Sense, Смажа, через всех кто-то слили, это победа для ребят из DBC, боже, какая-то катка была. Феноменально, просто феноменально. Вот теперь, я думаю, не останется ни у кого вопросов, почему все-таки В-33 занимает топовые положения на соло рейтинге, потому что он такие катки тащить умеет, я уверен за его... историю вот этого захода на вершину, на Олимп,